Давайте его купим здесь. X-кап есть. Хангар, X-кап, вот он. Миссию давайте сначала возьмем какую-то. Нам нужно на нем долететь до Лип. О, есть отличные две миссии. Так, срочная доставочка. Какие у него ливреи есть? Зелененький, голубенький, синенький, желтенький. Ладно, давайте на стандартном полетим еще. Так, аэропорт вылета у нас есть. И прибытие у нас Подгорица есть. Красивый маршрутец у нас через озеро. Условия полета есть, полетели. Так, ничего себе, здесь уже интересно, есть система навигации у них. Опять такая же моднячая. Автопилот есть здесь? Fuel pump есть. И автопилот здесь есть, ё-моё. Да это уже аппаратец, это уже аппаратец. Снаружи как выглядит? Снаружи тоже выглядит серьезно. Обзор у него более-менее нормальный. Так, и сзади мы можем взять одного пассажира, я так понимаю. Да, одного пассажира. Даже пропеллеры регулируются. Это интересный самолет. Так, а что происходит с высотой? Так, давайте погодку поставим. Погодка поинтереснее. Высота у нас есть. Автопайлот мастер, стробы, нав, дэн, есть. О, звоночек. Триммер работает. Короче, зашибись, все четко. Давайте миссию возьмем. Сколько нам нужно загрузиться? Transporter from dispatch. You must deliver express packages before the deadline. This time. Don't waste time. Все, давайте, don't waste time. Разгоняемся. А, loading cargo, давай. У нас срочная посылка. Все? Карго ловит. Все, погнали. Так, скорость отрыва обычно белым пишет. Хвост поднялся. Так, ну давайте попробуем по автопилоту полететь. Что мы ставим?
Так, где здесь автопилот? Автопилот, enough. Ну все, высоту уже будем регулировать так. А altitude есть? Так, давай, один. Так, давай, еще раз нажал 2000, набирай 2000. Да ты задолбал меня. Давай. ВД. Tower Cup Crafters Alpha Sierra X-ray Golf Sierra continue for north departure. Так, нам нужно облететь эту гору, поэтому нам нужно подняться на высоту. Давайте смотреть. Так, vertical speed. Squawk 176, 6 Cub Crafters, X-ray Golf Sierra. Cub Crafters, X-ray Golf Sierra radar contact 6 miles northwest of Lima Alpha Golf Juliet 1100 feet. Altimeter 29.902. Roger Cub Crafters, X-ray Golf Sierra. А как мне настроить алтиметр? Тут не работает. Ладненько, так, fuel pump нужно выключить. Тут и микстура есть, и пропеллеры есть, и... Так, а так, ну что, мы будем набирать сегодня? Vertical speed. Так, а гора-то все ближе. Давайте отключим автопилот, пока уйдем с режима на. Так, хорошо, что у нас груз не тут, потому что на таком самолете посадочку делать довольно сложно. Парит нормально 100 узлов.
возвращаемся на маршрут. Немного странно ты возвращаешься на маршрут, конечно. Так, автопилот есть? 135.15 Cub Crafters, X-ray Golf Sierra. Pajorica approach Cub Crafters Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, 1600 feet. Что написано? Cub Crafters Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, Pajorica approach altimeter 29.9 to continue as planned. Так, ну вот 2000. Я нажал. Так, ну давайте, мы сейчас научимся пользоваться этим автопилотом, раз. Так, Нирест, у нас есть Гольф Оскар. Это у нас Подгорица. NDB-36 Янки, окей. О, ё-моё, нет, спасибо. Давай, лифт. Так, все, мы возвращаемся на наш трек и летим четко на Подгорицу. Так, здесь есть нав точка какая-то. Куда ее вбить? Так, 2000, давайте попробуем снизиться на 1200. Я нажимаю так, vertical speed и сюда. Я немножко убираю как. Ну, вроде работает. Давайте пока он снижается на 1200, посмотрим. Подгорица, Подгорица. 420, Гольф Оскар, нам вот сюда нужно. Гольф Оскар. Гольф Оскар.
10 миль, ну это вот этот, наверное. За 60. Мап, мап. Fajoric approach, Cub Crafters Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra. Request clearance to transition, Charlie Airspace. Cub Crafters Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, Fajoric approach. Cleared through the Charlie Airspace. Cleared through Charlie Airspace, Cub Crafters, X-ray Golf Sierra. Все, мы наконец-то расчепились. И превышение, давайте посмотрим аэродрома. Тут 22 фунта, отлично. А вон я уже вижу огни. Так, и нам же надо скриншотик сделать. Возвращаем вид в кабине. Скорость есть, высота 1200. Так, а что это за дым идет? А, какой дым? Это у меня на стекле грязюка какая-то. Так, ну бараш здесь не крутится. Давайте поищем, может, где оно крутится. Этап. Ладно. Транспондер есть. Бара не выбирается. Так, подходит момент посадочки. Так, тут где-то скорости пишут посадочки. Нету. Так, и смотрите, сзади тоже регулируется все. Обороты пилота сзади. То есть там не просто пассажир, там еще и пилот. Так. Сколько нам осталось? 3,2 мили. Вон полосу я наблюдаю. Ну, давайте снизимся еще на 700 футов. Это как нам сделать нужно? Так, 700. Vertical speed. А, вон я вижу, голубенькая такая штучка ездит. Все, я понял. Я потихоньку начинаю понимать принцип работы. Так, 900 футов где-то истинных, 800 будет над Гольф Оскар.
Так, посадочные огни включили. Так, теперь нам главное посадить аккуратно эту малышку. Такой брутальный мужской самолет. Еще и панорамный вид. Смотрите. Зашибись. Топливо. Так, он доворачивает напрямую. Привод прошли. Дальше летим на этой высоте. Так, ну я думаю, можно отключать автопилот. Запускаем закрылки. И здесь надо его аккуратно садить на переднюю стойку. Так, разрешение на посадку дали. Полоса 3.6. Все верно. Малышка, подтверди, пожалуйста, ты же второй пилот. Так, мне говорят, go around. Я не знаю, почему моя малышка перестала резко подтверждать. Но мы садимся, мы не уходим на 40. Диспетчер немножко ошибся. Попутал. У нас очень важный груз. Почта, между прочим. Так, теперь стараемся сесть аккуратненько. Transporter from dispatch. You still have time. Rush to the parking. Минус 235, ничего себе. Так, ну это жесткая была посадка. Разворачиваться на нем неудобно. Давайте побыстрее покинем этот самолет. Здесь нас ждет следующий борт. Так, почему мой диспетчер перестал резко отвечать? Ладно, давайте здесь встанем где-то. Тихо, тихо, тихо. Transporter. Cargo unloading in progress. Stand by, pilot. Так, пишем, это у нас X-Cup. Теперь понятно, чем такой дорогой. Transporter, another cargo mission well done. Thanks and see you soon. Так, очередную миссию мне засчитали. Давай мне бабки. И заканчивай миссию.
Есть. Так, давайте повтор посмотрим. Что пошло не так? Мы подпрыгнули 3 раза. Ладно, ну на таких колесах может это нормально? Или надо было скорость еще сбрасывать? Управляемость, конечно, здесь нет. Подрифтили немножко по полосе. И на этом закончилось.